Георгий Данелия в пух и прах разругался на съемочной площадке фильма «Афоня» с Михаилом Светиным. Актер постоянно говорил ему, как надо снимать, как лучше выставлять план, ставить сцену. В общем, вел себя как главная суперзвезда. А какой режиссер выдержит, когда ему указывают, что и как делать? Но это еще полбеды. Последней каплей стало то, что Светин решил покинуть съемки без согласования с режиссером. Так и сказал: «Мне надо на пару дней уехать, ничего не знаю». Я поругался с Данелией. Это надо было только вот уметь. С Данелией. Он мне говорит, надо сниматься завтра. Я говорю, не могу. В Ленинграде я там должен сниматься. А я там на телевидении вот такую эпизод мне дали. Я обещал. В итоге разозленный Данелия сократил роль Светина и в отместку даже не дал актеру озвучить себя. Поэтому в «Афоне» Светин говорит чужим голосом. Держи. Поехали. Позже Светин признавался, был неправ, но с Данелией они больше не сотрудничали.